Кто в 2020 году будет ходить в молодежный театр, у того все будет хорошо. О, видите, посох загорелся. Все, покупаем билеты на премьеры и не только. Главное, чтобы эти чудеса были добрыми. Только такие чудеса являются настоящими чудесами. А всякие пакости, даже если это чудеса, никакие не чудеса. Понятно? Вот так вот. Вот так вот запомните. И делайте только хорошее, только добро. Себя забывайте, другим помогайте. Вот так. Поняли? Все. Обнимаю вас. С Новым годом. Если водит хлопот, хлопает лобот. Здравствуй, здравствуй, Дед Мороз. Ты такой хороший. Мы желаем, чтобы Новый год с его волшебной датой 2020 принес только положительные эмоции, огромное количество приятных сюрпризов, а также это повод поставить новые амбициозные цели и добиться, и идти только вперед. Дорогие наши зрители, я поздравляю вас с наступающим Рождеством. Хочу, чтобы в вашей жизни происходило как можно больше чудес, радостных событий. Будьте счастливы, здоровы и всего вам самого лучшего! Поздравляю всех с наступившим Новым годом, годом мыши. В счастье вам огромные горы, здоровье море. И обязательно не забывайте про наш молодежный театр. Приходите к нам на новые спектакли. И также посещайте то, что уже мы выпустили.